То есть Беннет засыпать может, но по-хорошему. По-хорошему нужен станчик. Чтобы просто слип сбивать и под крутилку. 10 seconds remaining. Хотя. Сейчас тупо лес взять какой-нибудь. Не, ну да, можно, конечно, без стана обойтись здесь, но просто со станом можно задоминировать early game сильно. Не знаю, ну, как-то мне не нравится, что нет танка какого-то, но его уже некуда брать. Ну, вот как раз танк Doom. Пойдет стоять лес. У нас может выходить на линию с кем-то. О, это. Угу. Не знаю. Кстати, Мунтрей на бруде. Запасной. Поменялись ролями. Лунная призма. Угу. Фармить в этой игре будет оффлейнер. А Керри пойдет в харду, похоже, стоять на бруде. Так вот, бруда против Джаггера. Ну, кстати, вот не знаю. Сомнительно. Он просто за максимум всех ее пауков. По сути. А потом, является шестой, он просто кидает досты, все, бруда умирает. Угу. То есть он также прожимает крутилку, убивает всех этих паучков. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Так, надо открыть, наверное, статистики. Статистики? Ну, всякие на торсы крепи. А то я вечно забываю про них. Я думал, ты подготовился. Ну, статистики сами себе не откроют. Так, ну, Лунная призма, Мунтрейн на бруде, Докфайтер на ДП, запасной из бобров, АК, This Life Loves Me на спектре, Док Пайрот или же Северус на Таске и Кас, это Винга. Да, и у легко воспламеняющейся жидкости Диги Док на в форме Морта угрозу на Инче и 12 FPS, конечно же, на Джаггере. Идут сейчас на ботруму команда ЛВЖ. И... Кстати, еще чем приятен таск в этой игре, он может просто спасать от омнислэша. Да. Так сразу не подумал. Это ж круто, прятать просто в шарик. Да, это реально клево. И от омнислэша, и от крутилки, от всего на свете, там можно спасти. И еще можно увидеть MLG мувики по спасению от ульты Квапы. Может. Может спектра встрять. Я так просто думаю, может там еще мувик будет, знаешь, импетус летит через всю карту и таска как-то спасает. На крипов каких-нибудь шарик раз. Сейчас видим небольшой пунковский инет. Кстати, Инча взяла сразу инчант себе. Доминирует. Видимо, доминировать крипами. Ну, это логично, в принципе, ты берешь. Кто знает, может сейчас Инча вообще в лес пойдет, а Дум будет в харде стоять. Я просто буквально вот недавно видел эту инчу через Сатира, который против двоих делает фраги спокойно на своей харде. Ну, спектра не идет. Подозревает что-то Кири, команда Лунная призма. Да, я думаю, подождут еще немного. Подготовился как-то? Кто-то смотрел какие-то, может, реплеи, узнал, как заходят смоки, ЛВЖ на руну. Я думаю, что просто не видят никого на карте и не решается уходить. Вполне себе здоровые опасения. Ну и как обычно обменялись рунами. Ну смотри, Инча пошла наверх.
Да, похоже, что это инча будет в лесу. Да, думаю, выдали вард. Сейчас инча тоже, видимо, воткнет вижен и пойдет забирать криптов. Так, ну, ласка, зачем-то летит ДП. Ну, против копы, понимаешь, чтобы тяжело стоять без регенов. Ну, у нее как бы есть два тангуса. Думаешь, не вытерпела до ботла? Не знаю, как бы тем более, там нули, понимаешь, долго терпеть. Ну, сифон еще есть. Ну, сифон такое. Как повезет. Так, а где Думвард поставил? Или он не поставил? Нет, там инча был с вартом. Нет, нет, думаю, вот носит вард. А, да, есть у него вард. Ну, ему не дают пока пройти, он, видимо, хотел поставить себе вижен куда-то в лес. Там, между прочим, инча ураганчик запустил на мид. ДП здесь теперь неприятно совсем. Вот, инча нашла себе сатира с шоквейлом. Теперь будет изи выфармливать свой лес. Как-то она не помогает сатиру своему. А, там грибов. Контролит ураганчик. Да, да. Пошел сифон, обменялись тычками немного, мидеры. Кстати, вот неприятно так стоять. Да, это, конечно, ураган за километр пускает совух. Ну и что, вроде как оба кей фармят, а флейнеры особо не мешают. Кстати, сколько у бруды было центриков? Один или два? Это я проглядел такой момент. А, ну вот она стоит. Стоит, они не нашли друг друга. Ну, ничего, такая расстановка центрей. И от тех, а других грамотные получается. Так, там инча заходит без смоков. Видимо, просто рассчитывает кинуть шоквейв. Там кончается время на сатире. Минус 120 просто. Может его обновить, но, видимо, не будет уже. Не, пришла его так разменивать, похоже, просто. Да, ну... Небольшая эта проблема для инчи. Так, там бруда агрессирует на Бэйна. Так что она может? Кстати, Джаггер действительно максит крутилку против бруды. Нет, ну это правильно, да, конечно, надо убивать паучков. А как еще убивать, пока у тебя, если БФ не появится, как еще их убивать? Если Джаггер вообще будет собирать. Да. Бруда даже не максит паучки, понимает она это прекрасно. Что пока ей ничего не сделать. Ну вот смотри, ботл, и у нее еще и целая фласка. Ну да, я на самом деле думал, что будет более агрессивно действовать квапа, но там... Как бы у копы тоже очень поздно ботл появился. Оба через нулик пошли. Кстати, у Дума, я так посмотрел, миллиард регенов просто. Там инча принесла смоки себе. Надо ей найти какого-то крипа получше. Сейчас бы Думу тоже сатира схавать, это же вообще жесть. Я вот вообще будет не убить тогда. Да прям, там же не такой большой реген. Ну, у него просто еще свой реген, как бы, от земли, от всяких манго. Нет, ну если землю подключить туда. А так-то что это сатир? Ну 6 реген, это как кольцо просто красное. Ну и что? Зато у тебя линия будет пушиться. Ну, да. Обе руни забрали игроки команды ЛВЖ, ДП идет, находит там ничего, и с этим ничего возвращается, и вот уже заказала себе курьерчика, чтобы пообузить. Там, ну, мидеры ровно идут, керри тоже обеих команд, а вот бруда перефармливает несколько дума, примерно на 500 голды. Ну, ей полегче все-таки стоять. Да, ну и понятно. Она... Кстати, все центрики потеряла. Да, и у Бэйна еще один есть. Да, тут, конечно. Она разбивала, но там Бэйн себе еще пачку привез. Специально, кстати, топорик купила. За счет вот этой паутинки, то, что она бегает сквозь деревья... Да, бруду гораздо тяжелее поймать. Так, и сейчас бруда может стрять. Ставит Бэйн центрик, ну, и нет, не ничего понимаю. Не кинул. Хотя мог попробовать. Там, мне кажется, просто паучков было много вокруг. Боялся не попасть.
Это реально сложно кликнуть именно в руду. Видимо, не знаю, думаю, сейчас стак не получился или что. И он что-то ждал. Может, был КД на первый скилл. Ну зачем он нагрел урс? Не, он съел урсу. Но он только что съел, но он зачем-то отбегал от них, отводил. Хотел, наверное, дабл сделать. А, ну... Там забанили как бы. Да, там как бы центрик. Так, что-то там инча обузит. Собирает БТ себе инча. Сейчас Бэйна будет очень больно, кстати, от бруды. У бруды нет маны, и Солрин в КД. Ну, там Бэйн на 2 трети хп просел, считай. Очень много саппортов команды Looper Dax внизу покатились на клопу. Там покатился, да, таск и... Не хватает немножко. А что ему понерфили, я уже не помню. Таску? Да. Тоже не помню. Не помню, что-то вот с шариком понерфили. Может, КД какой-нибудь большой сделали. Хотя вроде такой и был. Я не знаю. Там Думу сейчас может стрять, закатывается на него таск. Есть еще стан от Винги, кидает она стан, зажрали его шардами, и это... Да, это ФБ. ФБ. Думе. Он прода себя тем временем чувствует просто фантастически. И вообще ничего не могут сделать. Там Vision хоть как бы и есть, но... Но это... тут Джаггер идет шестой. Надо дождаться шестого и попробовать уже как-то убивать. Там, кстати, инча зашла в спину ДП. Джаггеру не хватит маны, скорее всего, чтобы убить просто бруду. У него нет маны на прокаст. Да, надо плюсик качнуть. Но он брасер уже купил. Да, надо внести себе брасер. Так, думаю, тут может нарваться на еще одну смерть, хотя... Таску надо манго все-таки, наверное, съесть. Вы... Зарядил Дум Венге по башке огненным мечом. Что там, кстати, по спектре? Ровно идет у нас с Джаггером. Ну, это видно по крипам. Да. Там чуть больше заденайла спектра. Я просто привык по нетворсам смотреть уже. Ну, кстати, там же фраг был, и Джаггер все равно обгоняет. Несмотря на ФБ, которые разделили на троих, но ну, все-таки да. ФБ. Кстати, вообще странно. То есть смотри, у них разница в одного крипа. Угу. Плюс еще у спектры какие-то деньги за ФБ были. Но у них разница в итоге... Ну, Джаггер вообще обгоняет ее на 30 голды. Может, спектра какой-то реген себе купил дополнительно? Уже так. Нет, я не знаю. Правда, куда он делся, тогда непонятно. Да, вряд ли она тут проседала. Не знаю, может она где-то в лесу крипа зафармила какого-то на отводе большого. Да, мне кажется, и на линии нормально было. Кстати, спектра вообще не качает дисперсию, она берет такая все дамаг агрессивный. И это, наверное, правильно, потому что ее здесь вообще не харасят. Пока что. Пока ты никому ее харасит. Да, я вообще не знаю, как они убивать на самом деле собираются. Ну, не знаю, под домом через ульт клопы. Почкам, все дела. Там вся остальная команда, если там как бы ДП подрубит сифоны, сколько там, 3 стака у нее максимум? 4? 4 стака. Уже замахшен, кстати, сифон. Поехал, еще шардами там двоих, допустим, закрыть как-нибудь. Плюс бруда в это время будет пушить. Да, тим, тим, как это называется? Ну, скажем так, тим прокаст у Лунной Призмы реально сильный. От одного героя, да? Ну, просто вот они все нажимают свои скиллы, кнопки просто какие-то, не знаю, любые. И это уже, ну, то есть, пара героев умирает у ВЖ. Там ДП какая-нибудь входит в ульте, начинает сифонить. Вылетает. Да-да-да, вот это все. Да, вкатывается таск с вингой. Это все очень сильно. Я думаю, спектра не вернется. Это как бы наказание ему за то, что он трофлил что-то там с 1 апреля, ну и все. Че? Да, там Усид тоже написал с 1 апреля. Апреля, ребят, новый месяц, надо было платить за инет. Дошутился. Кстати, не отравится сейчас инет.
Не, если отрубят, я думаю, у всех сразу, и тут может еще кто-нибудь вылетит, кто не оплатил. Ча, кстати, просела по XP за счет своих неудачных выходов, мид, контроля крипов, в итоге на 4 левел, даже Doom 5. Хотя Инча должна очень быстро фармить лес. Кстати, Джаггер там что-то везет себя, это ему все брайсер летит. Да, все еще брайсер. Причем там еще боттл квапы. Как бы я его сейчас просто не убила бруда этого курьера. Такое может произойти на самом деле. Ну, похоже, она этого и ждет. Да, если она догадывается срутить курьер, то сейчас она просто пойдет его и порежет. Да, минус боттл для квапы, это серьезно. Это вообще жесть. Ну, причем ни хп, ни маны там уже нет. Это будет серьезный такой проигрыш. Да, и таск, похоже, тут тоже куда-то скоро пойдет. Он купил смоки, они, правда, на базе. Но, я думаю, стоит за ним следить повнимательнее. Но вообще, это герой, который должен наводить шороху на карте. Кстати, время засекали уже? Кстати, нет. Вот знаешь, жалко, что в чате Доты не пишет время. Это не даже. Не знаю, даже. Да, просто вот текущее время, у кого какое там в зависимости на компьютере, и все. Удобно немножко. Хотя можно, конечно, глянуть стрим, и если там это появится, то это уже 7 минут будет. Да. Кстати, видел на Reddit тему, чтобы Тренту вернули какого-то воробушка, который из него вылетает. То есть эффект? В реборне, да, то есть он ходит, как бы из него птичка вылетает там откуда-то. И как я понял, в реборне это убрали. Или просто не доделали. Сломали, скорее всего. Похоже на то. Кстати, ты в CM не играл сегодня? Писали, я не знаю, вот обновление это 1 апреля, не 1 апреля, что капитана автоматически дают тому, у кого наибольший рейтинг. Ну, я читал про это. Но не проверял. Ну все, бустеры теперь будут капитанить. Ну им реально надо сделать переделанный просто олпик, который, по-моему, назывался что-то там олбан или как. Ну, где, в общем, тебе дают перед началом игры каждому игроку по одному бану сделать. Это, кстати, клёво было бы. Я бы за такое проголосовал. То есть, да, ты самых неприятных героев банишь для себя просто. И потом уже идет ОП. Так вот, там Квапа забрала курьера себе все-таки. Взяла боттл и, возможно, спасла еще курьера. И не дают опять донести брайсер Джагернауту. Так, ладно, я вычислил, что пауза была примерно 6 минут. Это через какие формулы? Если задержка 7 минут, то как бы на стриме пауза появилась через минуту, после того, как мы сказали вот это вот. Логично. Не зря до 4 курса доучился. Получается, 6 минут была пауза, и через минуту это было на стриме. 7 минут. Да, Урнуса была спектра, как ты уже говорил. Она будет агрессивная. Ну и плюс, конечно, ботлом
Фу, вот он. Урной, удобно. Там в смоке выходит сейчас Квапас, ничего. На бруду. Есть вижен. Так вот, урной, во-первых, заряжается быстро на спектре, и удобно ее на инчу тоже кидать. Спалили до стана. Разжимаются, да, до стын, но слишком далеко была бруда, еще не достает здесь Квапа. Инча без шестого, тоже плохо. И в итоге просто теряют время уже. Развели спектру на ульт. Ну, знаешь, развод. Ну, да. Ну, вот это такое дело, когда вражеский мидер просто уходит со своей линии, теряет время, теряет деньги. Там у Джаггер разультился и все-таки забрал. Да, получилось подловить броду. Ну вот, как я и говорил, то есть, когда будут достым, она будет умирать с ульты. Тем более, там еще и крипов не было, ну совсем как-то. Бруда забыла, что все-таки против Джаггера играет. Она прям под своей вышкой уже там умерла. Видимо, высунулась на полсекунды посмотреть. Ну, пушат, ломают первую башню ЛВЖ. Кстати, что там Джаггер? Барабаны, фейзы. Да, ну, на 200 голда я приезжаю с Петру. Ну, вот посмотрим, что он будет следующим собирать. Может, сразу диффуза какие-нибудь. А может, Яша. Скорее всего, это будет Яша. Все-таки скорость бега Джаггеру очень нужна. Но если есть барабаны, с другой стороны, можно и БФ попробовать. Dire's middle tower is under attack. Ну вот, сейчас 1000 голды, посмотрим, что прикупит Джаггер. Ну как-то он... Да, все-таки похоже, это Яша. Яша на Джаггере — это клево. Быстро бегать, больно бить всегда нужно. Плюс там пара лишних тычек в ульте не помешают. Сейчас она, кстати, раскручивается, фармит паучков, фармит бруду. Да, и вот все паучки на пол хп просели. Если бы еще был какой-нибудь даст бы у Джаггера, он бы зафармил этих паучков. Там, кстати, ДП с Вингой и с Таском в смоках. И ДП возвращается вниз и улетела туда уже. Сифонит Инчу, да. Ну и чё здесь? Возможно, да, скорее всего, уже никуда не уйдет. Сифонит дальше Бэйна. И Бэйн здесь может отъехать. Да, там и там... сейчас духи. Все еще ультимейт летает. И еще одна. Подошла сюда Квапа, слушай, неплохо. И в итоге это 3 в 3, там еще Джаггер на топе сильно проседает, догоняет его бруда и чуть-чуть не хватает. Барабаны помогли сейчас убежать. Ну и в итоге разменяли керри мидера саппорта на приблизительно двух саппортов. Квапа только экспы неплохо там ставила. Ну в любом случае главное, что забрали спектру. Сейчас уже 600 голды разница между керри впереди Джаггер. Ну, что, Джага пришел вниз. Я думаю, спектра его сейчас будет бояться. Потому что Джаггер все-таки в мид-гейме гораздо, гораздо сильнее спектры. Слушай, спектра сейчас может нарваться, реально. Джаггер раскручивается, у него есть темный слэш, и спектра умирает. Да. Ну, правда, здесь Джаггер тоже отъезжает, прожимает там барабан, там сифон. Но тем не менее, смысл-то в том, что он забрал спектру, получил экспу, получил деньги, а спектра... Ну как бы, ничего, ушло только в минус. И это плюс в любом случае. Да, ну там Винга, конечно, ЛЖ покормилась с этого Джаггера, но... Винга — это все-таки Винга. Джаггер тем временем уже больше, чем на 1000 приезжает спектру. И похоже, что в мидгейме он будет ее доминировать. Брудас сделала мидас. Как думаешь?
Это... Вроде ничего так будет Унчи крипов иногда подхалывать. Так, сейчас Дум немного сжег. Брудач сможет отъехать, там поставили центрик. Да, нажал. Прожимают досты. Похоже, это минус Бруда. Еще и Дум не жалеют. Хотя она должна была и так умирать здесь. Решили, что наверняка. Видимо, Бен говорит, ой, не хочу хавать манго. Лучше ты и Дум кидай. Джаггер отъехал второй раз. Отлично. Там через ульты всякие. Кстати, Такс четвертый, как сейчас заметил. Ну, вот этот румящий Таск, который... Он на линии особо я там и не бегал. Бегал по карте, пытался кого-то выцепить, но не особо как-то у него получалось. То есть, по-моему, там только один фраг они сделали внизу на Туме по итогу. Ну и 1500 кВП осталось до Аганима. Если ей сейчас кого-то еще там убить, то будет шикарно. Ну и что, по-моему, пока толку от этой Бруды нет. Ну, пока не... Не знаю, да, выше, значит, конечно, стоит. Но Бруда еще может себя показать, еще, в принципе, не вышло ее время. Как, кстати, может показать? Ну, сейчас, смотри, Квапа дофармливает Аганим себе, и она будет фармить всех этих паучков спокойно. То есть там Бруда вроде собралась пушить, прилетает Квапа и просто ультой все это убивает. Получает кучу голды. А в драке, как известно, Бруда такая себе. Да, у Е реально мощная ЛЖ. Против этих паучков, ну, как бы не знаю. Мне вообще кажется, что Бруда может еще доехать. Вечер. Не знаю, мне кажется... Что-то пожалеет еще об этом Луна Призма. Там пытаются забрать Дума. Дум сифонит его уезжает, и... Отдинает Вингу. Винга. Не получилось. Пыталась Бруда, похоже, задинать ее паучками, и только помешала ДП ее задинать. Там я слышу барабаны. Джаггер гонится внизу за Спектрой. Спектрой сейчас может умереть. Джаггер тоже сейчас может умереть, потому что прилетает сюда ДП, начинает его сифонить. Больно очень Джаггеру. Еще да. И Даггер. Сюда забайте уже не Джаггер, уходит. Спектра даже, кстати, на мужика не стала барабаны прожимать. Ну и Дум собрал вторые барабаны. Мне кажется, ему лучше бы Даггер купил на эти деньги. Все-таки одни барабаны уже есть. Со вторыми можно было и повременить. Если сильно так хотелось. Там ДП раступлилось. Так, Дум сейчас может умереть, если закатится Таск. Просто шардами отогнал его. Да, забирают еще одну вышку. Лунная призма. Ну смотри, эта Бруда все еще бесполезна. Ну я не знаю, ну что вот это? Постоянно в топе кто-то есть у ЛВЖ, и Бруда просто стоит в лесу, и все. Ну и вот подходит за ДП, ульт уже заканчивается. И сейчас может быть серьезная драка. Потому что все игроки здесь, ну кроме Спектры, но Спектра... Конечно, если что, прилетит. Так, ну Джаггеру надо подтягиваться на топ. Он не спешит. Там смоки, вроде слышал я. Да, трое из ЛЖ в смоках. Квапа, Инча и Бэйн. Могу сейчас Бруду поймать. Вот она спалилась. Стоит здесь центрик, Бэйн успевает дать слип. И рядом уже никого нет. Подожди, что-то я не понял. Успела Бруда снять слип. А. Пучком. Дум прилетел вниз отпушить от спектры.
У Спектры 2400. Так, Спектра сейчас может влипнуть. Да, похоже, что Спектра умрет, хотя ДП может попытаться ее заденаить и не успевает. Уже пошла анимация атаки. Ой-ой-ой, ДП-то больно. Стоит на ульте Бэйн, сюда подходит Таск. Таск, нужно закатиться. Хотя ДП выживает. Да, у нее была инвизная руна, хилится она с ботла. Ну и засифонить можно кого-то, кидает она Сайнс, начинает сифонить. Били сифон сразу. Дум, Дум, у Дума нет земли, его слапает Винга и умирает здесь Дум, какой слип. Хорошо. Да, на двоих разменяли в итоге Спектру. Там, кстати, Руда копит деньги, я так понимаю, это Радик будет? Не знаю. Два Радика, думаешь, у них будет в команде? Может, просто Спектра не будет делать Радик. Может, это Спектра через диффуза манту. Ну так, почему тогда Спектра деньги оставляла? Она ничего не купила перед смертью. И ДП... ДП умирает от рук Квапы. Потратил мне Джаггер еще... А, так Квапа даже не ультовала, там только у меня слэш было. Джаггера, похоже. Почему-то в файт рекапе его нет. Но КД на нем есть. Dire's top tower has fallen. Ну смотри, 2700 у Спектры, это Радик. На Бруда, не знаю, 3500. Два Радика, ну, блин. Зачем? В драке он вообще будет бесполезен, а на пуш? Ну, мне кажется, те же некры были бы гораздо полезнее. Черт знает, я, кстати, все. Может, это вообще бабочка какая-то, я не знаю, или БКБ, это что? БКБ уже могла купить, это некра. Да, некра. Хорошо, некра радует. Я, кстати, из тех людей, которые все-таки любят арчить на Бруде. Ну, не знаю, что в командных играх, но в пабах-то точно прям. Ну кто здесь, кого она убьет с арчида? Бэйна? Просто... Никто ж не придет в соло ее бить. А если кто-то и придет, то они будут понимать, что они выживут. Вообще, да, некран на Бруде — это новая тема. Так она... Ну, как бы сейчас она не особо сильно пушит, но с некрами сможет уже что-то делать на линии. Саша, Яша, у Джаггера? Не знаю, мне кажется, манта была пополезнее здесь. Так, там ДП нашли на руне. Таск... Ну, Таск здесь точно уже умирает, Бэйн даже не пожалел ультимейта в него. Ну, правильно, в принципе, там. Ну, мало ли что могло произойти с этим Таском. Чудеса всякие. Да, там Джаггер потратил барабаны, к сожалению, никуда. Ну или, к счастью, до Луны Призмы. Да, у Джаггера откатывается ульт. Ну, Дум, кстати, с Даггером приятно. Да, вот теперь повеселее будет, особенно ловить ту же Бруду. Да, Бруда будет точно умирать с Даггером. Какой-то Даггер даст минус Бруда. Так, у Инчи из Драгон Лэнс, два центрика прилетели. Смотрите, так, там Джаггер нашел Спектру и... Джаггер проспал. Там тем временем нашли Думу, убивают Думу под Т2. Серьезно, Джаггер просто проспал? Да. Он мог просто... Хотя... Ну блин, там даже Хаунд бы не помог, то есть она прилетела бы куда-нибудь, ее убили. А, ну в принципе, Дум там умирал. Здесь только на Дума. Да все равно? Не, Дум там еще фоллоу бы к тому моменту. Нет, ну смысл был, что там два игрока все-таки рядом. Да, я думаю, что там Квапа что-то сильно ошибается. Высасывает из нее все жизни ДП и упрыгивает. Сейчас могут ДП еще поймать. Там Бэйн там... не достает. Там ДП зря ее в юл подняла. Если бы она ее не поднимала, Квапа, скорее всего, бы умерла. Сейчас не попасться бы на ульт Джаггера, конечно, ДП. Есть инвиз. Да, хорошо. Плюс еще на нее Глиммер кинула Винга. Неплохо размансовали сейчас линию призму. Сломали, кстати, вижен. У себя в лесу. Так, ну у запасного из бобров уже есть деньги на кусок радика. Вот он как раз покупает. Да, купил сокрет релик. А Брода принесла себе третий некра. Мне интереснее, что Джаггер будет делать. У него 1500. Наверное, БКБшку. Так что-то заказал курьера с ТП. БКБшку, думаешь? Интересно.
То есть ты против БКБ на Джаггере, да? Нет, я просто не знаю, не очень понимаю, зачем именно в этой игре БКБ на Джаггере. Ну, например, стан от Винги, чтоб не получить. Там раздуплилась квапа. Теряли ничего здесь уже. Ну и квапе тоже надо уже бежать, 4 героев. Я просто про то, что... Ну, стан Винги, мне кажется, может... Стан Винги, стан от Таска, там дали Дум в ДП, ДП... Все-таки ее заденайли, там Таск в шарике, Таск сейчас умрет, скорее всего, прилетает так. Спектра. Нет радика все еще, не особо. Ну, плюс еще да. Джаггер поставил хилку, правда, первого левела. Ну, это достаточно вполне. Там Омни Слэш есть. Сейчас минус надо будет, без особых трудностей. Мне кажется, Омни Слэш можно было не тратить в инглу. Не, мне кажется, она бы убежала тогда просто. Ну, как бы... Тогда ульт бы ей не пришлось бы тратить. Мне кажется, у Джаги пополезнее, чем у Бэйна. Что там за адский крик от Джаггернаута? Он же откушивает паучков. Ну и что дальше? Что дальше? Пошла паучками на фонтан. А зачем? И еще и Некра туда. Да? А, нет, слушай, чей это Некр? А, это перегрел Инча. А что это? Я ж... Зачем паучков? Ну, чтобы не зафармила вражеская команда. Там паутинки нет. Ладно. Так, там Бруду гоняют. Есть досты, есть два центрика. Ставит первый центрик Инча. И видит паучка, как выбежали паучки. Зря она спалилась, как мне кажется. Лучше бы она не показывала, что стоит центрик. Так, Дум. Дум сейчас может стрять. Там Винга в Глиммере. И нет, Дум. Нет, Дум ничего, кстати, не видел. Не видел. Я все-таки видел, ДП пробежала здесь. Вот, 3400 у Джаггера. Повел курьера. Видимо, это... МКБ. Я думаю, это МКБ будет. Тоже неплохо. Хотя, можно и Кираску попробовать. Так, мне тут пишет, что Спектра тупо фидит. Кто конкретно? Наблюдатели из чатика. Наблюдатели из чатика тебе пишут? Ну... Прямо в личку уже ВК. Пишут? Зрители наши. Ну как сказать фидит? У него как бы всего 0-3, мы видели похуже. Да, не, я бы не сказал, что фидит. Ну я тоже не помню прям такие моменты, чтоб он фидил. Нет, ну один, ладно, был внизу, когда против Джаггера он начал пвпшиться. Джаггер делает бабочку. Не знаю, МКБ, мне кажется, полезнее, потому что Радик все-таки дает мисы. Не знаю, я бы тоже, наверное, выбрал МКБ все-таки. Не очень понимаю смысл бабочки здесь. Так, там ДП разультилось. Бэйн, похоже, здесь отъезжает. Еще и Хаун был потрачен на Бэйна. Не только на Бэйна, там сейчас пойдут физи Инчой. Да, зря Инча сюда пришла. Какой хороший вклад. Странно, почему Инча развернулась, а не просто убегала. Неплохие минус 2 сделали. Ребята из Лунной Призмы. Спектра все еще ассистент. Да, у нее нет фрагов. Ну, это не мешает Спектре выигрывать как-то. КДА-то больше 3. Да. Вполне себе больше 3. Ну слушай, ну сейчас Бруда может не сыграть свою роль наконец-то в этой игре. Там засвапали Дума, да лавинга в него стану. Очень агрессивные свапы пошли. Смотри, сейчас все перетягиваются, деф от них. Что делает Дум? Сейчас он выходит так. Дум, нет, Дум все-таки выживает, там стоит Хилен Вард, Джаггера и Джаггер. Ну много здесь крипов, он еще и мне слэш куда-то потратил. И Джаггер. Джаггер почему-то убегает, когда вся команда дерется. Нужно как-то определиться, уже то ли драться, то ли убегать. Докфайтер, возможно, сейчас придется задинаить. Нет, скорее всего, выживет. Глиммер там помог.
Так, ну и успеет ли Джаггер собрать бабочку перед тем, как у них начнут падать в стороны. Мне понравилось, как Джаггер прибежал, сделал две тычки и убежал. Зато Дум подумал, что там полноценная драка будет. Да, мне понравилось, как Дум потом просто вошел такой, а где ребята, чё? Да, Джаггер, подожди, стой! На что вы меня подписали, пацаны? Вроде опять ну, куча денег, кстати. Знаешь, плюс это все было без Квапы, потому что она решилась остаться и отпушивать Бруду. Не знаю, было там топы или нет, я не смотрел. Нет, она просто там оставалась на топе все время. То есть драки ее внизу даже, ну, не то, что не было, ее и не должно там было быть. Ну, походу, продали просто Дума. Кстати, Бруда-то топ-1 по нетворсу. Сейчас она делит с Джаггером. Куда она с линии не уходит отсюда? Ну как-то надо больше ее гнобить. Вот как раз Квапа и купила гем. Так, там Дум подрубил зачем-то землю. Ну что, сейчас нужно реализовывать гем. Похоже, Дум байтит. Ну, не знаю. Но думаю, мне кажется, не добавится Бруда. Когда там еще 4 игры рядом. Так, ну не, об этом-то не знал. Сейчас Квапа найдет Бруду. Ой-ой-ой, вот не находит. Туда зашла Бруда и застряла в деревьях. И купи пауза. Так, подожди, она сейчас застрявшая в деревьях или нет? Вот сейчас она получила дамаг и уже застряла. И она вроде даже из паутины вышла из-за этого. Нет, там, по-моему, просто не в паутине сейчас. Так, 22.54. Ладно, это недолго оказалось. Что за цифры такие? Там просто уже подходил к концу лимит пауз. Ай-яй-яй. Там Рошан, кстати, падает, пока мы смотрим за Брудой. Да, ну сейчас на Бруду отвлекутся. Это минус Бруда. Даже у него слишком много чести. Столько ультов. Да, мне кажется, захватило бы и ульта Квапы. Все-таки там КД маленький с Аганивом. Это что-то вот из разряда, когда 5 ультов Дума было. Да. Ну да ладно, убили и убили. Все равно сейчас пока Эгис так особо, я думаю, не будет таких агрессивных. Ну почему? Есть Эгис и Луна Призме, надо идти последнюю башню ломать на миду. Я просто потом. А там уже потихоньку надо заходить на бараки. Зажиматься будут ЛВЖ. Ну вот летит бабочка. Сомнительный итем. Посмотрим. Может, еще покажет себя волшебными местами от спектры. Просто что спектра, что Бруда, они потом могут бабочки еще собрать. И МКБ это... Не знаю, больше потенциала в нем, что ли. Чем в бабочке. Ну, да, на самом деле МКБ, как я уже говорил, мне больше здесь нравится. Плюс у них еще и станов нет. Все-таки в МКБ есть какие-то мини-башики. Да. Может быть, там ТП сбить получится. Бруда делает себе манту. Спектра. Тараску, что ли, или Вангард? Скорее всего, Тараска все-таки это уже 32-я минута, а Вангард довольно сомнительно. Плюс, как мы уже, по-моему, говорили, что Кримсон Гвард не работает на ульт Джаггера, поэтому от Вангарда особого толку нет. Тараска просто на жир впитывать больше. Да, Тараска всегда приятно. Слушай, там сейчас бараки упадут просто в ЛВЖ, пока они пушат нижнюю башню, потому что у Бруды там куча крипов. Возвращается сюда Джаггер.
А вот ДП-то здесь как раз и нет. Была бы здесь ДПС, а Егисом можно было попробовать подраться. Но нам внизу, там убили Бэйна и еще забирают Баку. Развели на 2 ТП, убили 2 ТП, отобрали гем. Да, очень вот что самое плохо. Главное. Это гем. И сейчас просто можно идти дивардить, потому что преимущество все-таки за лунной призмой, плюс гем, можно спокойно бегать по карте и лишить зрения ЛВЖ. Ой, там паучков фармит Джаггер. Не бы потери. Джаггер дал ульт в руду, но... И она ушла в инвиз? Да, да. Ясно. А был бы этот МКБ, он бы ее еще побашил чуть-чуть, она бы не успела. Хотя нет, это все-таки паутинка. Я думал, она до паутинки добежала и ушла. Подожди, или так и было? Ну, так и было, она тварда отбежала и все. Там просто в центре стояла. А, тварда, ну нет, тогда не считается. Там таз куда-то быканул. Нет, не повешали глиммер. Но тут нет никого из команды ЛЖ, и пока они все там на топе. Ломают бот, а бруда-то все еще там. Да, начинают сейчас люто сплитить. Команда «Лунная призма». Да, и Джаггер не может идти вниз, знает он, что бруда сейчас пойдет им ломать. И вот все-таки побежал он вниз. Не знает, куда бегать, это вниз, знаешь, кто вверх бежит. Mind Games, это кайт. Ну топ упадет сейчас, вот он только обежал, все, топ падает. Ну какая-то линия должна упасть. Там, кстати, ультанула глава. Опа, да, зафармилась, я там голды примерно 600. Так, ну и что тут происходит? У ДП есть Аегис, она спокойно танкует. Сейчас Бэйн может умереть. Еще возвращаются духи, она фуловая, Бэйн догорает. И Джаггер тоже сейчас стрянет, у него не слышит, а нет, он его потратил уже в груду. Дали на него чесало, не может он раскрутиться, и умирает здесь Джаггер. Хотел дум, дает дум. Байбека у него нет, слушай, по-моему, это 1-0. Похоже на то. Да, так есть. Решает не тянуть ЛВЖ резину. Побыстрее начать вторую карту. Ошибся Джаггер, ошибся. Да, ошибки были совершены. Ну ладно, хороший пик бруды. Все-таки она решила очень многое. Вот из-за этих туда-сюда, когда бегал, да, Джаггер, не знал в итоге, куда идти. Плюс ульт квапы, который бы пригодился в драке, но в итоге... Она потратила на отпуш пауков. Да, она много внимания на себя отвлекала всю игру. Ждем второй карты.